Доброе дело может обернуться судебным процессом, если игнорировать закон и общественный порядок. Сотрудники Слободской межрайонной прокуратуры провели проверку по обращениям жителей деревни Корюгина. Те жаловались на постоянный лай и неприятный запах. Как оказалось, на территории этого населенного пункта незаконно работает питомник для собак. Деятельность осуществляет Кировская региональная общественная организация помощи детям-сиротам и бездомным животным. По результатам проверки с выездом специалистов были выявлены нарушения, заключающиеся в осуществлении хозяйственной деятельности на территории питомника с нарушением санитарного и ветеринарного законодательства. По результатам проведенных мероприятий было принято решение об обращении в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц о запрете осуществления деятельности данного питомника. На территории питомника единовременно содержится 56 животных. При этом, как сообщают сотрудники прокуратуры, условия содержания домашних животных обеспечены не были. Кроме того, сам питомник находился в черте населенного пункта и был расположен на территории земельного участка, предоставлено гражданину под индивидуальное жилищное строительство. Владельцам незаконного питомника грозит административная ответственность.